Привет, друзья! Необыкновенной, экстравагантной, ломающей стереотипы барышни была не опасающаяся сказать правду в глаза Лидия Иванова. Телевизионную передачу «Тема» Лидия вела чуть больше одного года, но несмотря на это даму запомнили зрители, она оставила после себя неизгладимое впечатление. Внешность известной ведущей полностью соответствовала ее темпераменту и характеру. Броский макияж, насыщенных цветов боа, вызывающие шляпы, роскошные веера. Лидия ломала принятые обществом стереотипы, она не комплексовала, всегда была уверена в себе, могла посмеяться над своими недостатками. Знакомые Лидии Ивановой рассказывали, что она умела наслаждаться жизнью. Особенно заметным стал последний брак женщины. Телеведущая сумела завоевать сердце безработного мужчины Андрея Правина. Отметим, что настоящая фамилия супруга Подборский. Муж был моложе ведущей на 40 лет. Приворотным снадобьем, с помощью которого Лидия завоевала мужа, как она призналась, стала ее фирменная жареная картошечка с чесночком. Молодой возлюбленный уверял, что это блюдо она готовит отлично. До вступления в брак пара сожительствовала, но после отношений решили узаконить. Лидия взяла фамилию своего мужа. Несколькими годами ранее Иванова была замужем, от него после развода у женщины осталась дочь, которая подарила маме двух внуков. Молодой муж до встречи с Лидией был дважды женат, но отношения заканчивались разводом. Детей у Андрея не было. Ведущая рассказывала, что ее часто спрашивали о том, кто ее спутник, будучи уверенными, что это ее сын. Без стеснения Лидия Иванова отвечала, что это ее внук. Женщина с яркой внешностью и своеобразным характером призналась, что готова родить мужу ребенка, чтобы доказать свои искренние чувства. Андрей Правин также в откровенном интервью заявил, что брак с Любой является для него самым счастливым. Его всегда ждут дома, любят и понимают, а разница в возрасте не помеха для чувств. Сначала мало кто сомневался в крепких и взаимных отношениях. Влюбленные часто ходили в обнимку и без стеснения целовались на публике. Утверждали, что ведущая довольна отношениями. Но при этом она была убеждена, что рядом с ней должен быть только достойный ее мужчина. Поэтому делала замечание Андрею, если он набирал лишние килограммы. Внезапно Андрей Правин уехал за границу. Как выяснилось, он не собирается возвращаться обратно. Спустя время Лидия Иванова получила документы на развод. Знакомые ведущие утверждали, что женщина была очень расстроена, потому что рассчитывала на долгие теплые отношения. Она постоянно тосковала, а после умерла от сердечного приступа. Лидия мечтала, чтобы рядом с ней был любимый муж, но он не приехал. На похоронах Лидии Ивановой было много людей, не пришел только молодой муж. Большинство окружающих скептически отнеслись к Андрею Правину, считая его альфонсом. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.